Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, сегодня мы с вами сходим в стоки и зачистим их полностью. Посмотрим все сундуки и надеюсь, что в этот раз я справлюсь. Никак до этого. Зашел, убил Громилу. Да, я посражался уже с Громилкой, было такое дело. Я его убил, но, блин, зашел в другие стоки и отъехал. Так неловко это все было. Это было пипец. Я заехал на свалку. Тут надо кое-что мне сделать. Поубивать всех рейдеров. Да, в этот раз тут рейдеры сами по себе гуляют. Что-то как-то здесь и непонятненько. Давай иди маленький сюда. Я тебе сейчас буду делать... Ух, больно-то как. Но это не... А, это не чувак, это девушка. До этого мне надо было перенести двигатель. Знаете, что я натворил? Это пипец какой был. Я не тот двигатель не туда унес. Надо было двигатель ржавый сюда поставить, а хороший, тот, который дает стальные слитки, на чоппер. А я все наоборот сделал, да, и проворонил, короче, тот нормальный двигателек. Давайте некоторые скину. Также, друзья, если вы заметите, что у меня пропадает связь, интернет, ну, в этой... В программе. Не переживайте, все в порядке. Просто я не знаю, в чем дело. И у меня, смотрите, все по нулям. Весь магазин по нулям. Я не знаю, что это такое. Я обновился, но слова обновить не было. Что это такое? Не знаю, почему привязка у меня к аккаунту нету. Может быть, будет в дальнейшем. В настройках у меня отвязать написано. А куда, чё, как зайти, может, кто из вас знает, подскажите, я в этом пока что не бум-бум. Ладно, я продолжаю, конечно же, дальше. Смотрите, там чувак валяется, и нам, наверное, надо будет поставить калашик, потому что калашик на этот раз сейчас пригодится. Пошла война, война, пошла война, война, отвалите от меня. Смотрите, как он стреляет. Не он, а она. Опти, марапти, спасибо. Старую, конечно, дряхлую эту броню я всю заберу. Привет, маленький. Хорошо, что ты один в эти... не один из этих. Спасибо, ладно, давай, давай, пока, покидывай. Я все заберу, все, что здесь есть. И надеюсь, что двигатель будет топовый. А также заберем весь бензинчик. Тут бензинчика, ну, где-то до 20 бутылок. Это вообще восхитительно. Вызываем, конечно же, наших зомбарей. Где они? А, хотя, не-не-не, тут зомбари не будут бегать. Нет, тут не будет. Точно, я маленько подзабывать начинаю. На свалочке у нас не так часто она попадается, так что, как у меня выходит, так и выходит. Ну, дай мне, пожалуйста, двигатель такой мощный, здоровый, который пластины дает. Нет, он мне дал ржавый. Надеюсь, во второй машине будет что-то... Лучшее. Ну, мяско. Это я заберу. Плотная ткань мне не нужна, так как у меня ее очень много дома. Я посмотрю, может быть, даже выкину. В смысле? А ты стоял, стоял и пошел? А как это так? Он, наверное, машину идет проверять. Ну, не за мной же ведь он идет. Да, он машину идет проверять. Ах ты ханыга. Ах ты паразит. Ну, тут вообще-то в основном паразитки. Ну, ладно. Ханыга тоже пойдет, ничего страшного. Так, смотрим, что у нас там за двигатель. И двигатель у нас... Ой, смотрите, какой классный двигателек. Вот такие двигатели, друзья, собирайте. Если у вас прокачана механика до максимума, ну, стол переработки, да, вы с этого выбьете стальной слиток. Правда, выбьете. Я выбиваю. Там, по-моему, еще что-то дают. Я не зацикливался, не помню, что там еще дают. Плюс... После переработки этого двигателя. Этот сундук, кстати, у меня уже открыт. Все, можно его сейчас даже прочекать. Хотя его хочу оставить напоследок. Там вкусняшка, надеюсь, будет. Давайте ставим сюда двигателек. Старую броньку я сюда закидываю. На всякий пожарный взял еще одну новенькую такую бронечку. Если что, я ее применю, потому что моя бронь уже, вот видите, она покраснела, даже такая красной-красной стала. Как ихние трусы, у всех одинаковые. Почему они не меняют труселя, не знаю. Могли бы хотя бы разноцветную что-то поставить, а то одно и то же. Это неинтересно. О-о-о, нам дали фильтр, нифига себе. Это мы схаваем, это мы заберем.
Ничего себе, нам дали фильтр. Так, кто там у нас? Мародер, здорово. Все, 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 ревидерчики маленькие. Ну тут девушка и мужчинка. Ну да, сигареты тут мне, конечно, к месту. Еще 6 бутылок у нас есть. Наверное, в следующем чопере тоже 6 бутылок будет. У нас еще одна машина со сигнализацией осталась. Хоп. Да, здесь рейдеры ходят и проверяют их, эти машины. Сейчас, друзья, я ему по стелсу вот так вот зарежу. А он куда пошел-то? Не понял, а куда он пошел? Эй, чувырла, стоемба, эй, чувак, слышь, рейдер, вот так вот я, все, откисло, блин, тут не рейдер, не рейдеры, а рейдерихи, во, еще и выговорить не могу, все, все, откисни, откисни, маленький. Ну да, рейдеров тут полным-полно. Ой, спасибо за фотоаппарат. И сколько у нас бутылок получается? Ну да, 18 бутылок бензина. А она... Подождите, где? Привал дороги, там максимум может быть 11. Это с каким-то там процентов попасть. А здесь она намного больше. Это как бы намного лучше, конечно. Но свалка у меня очень редко, друзья, попадается. Ну, очень редко она попадается. Давайте я сейчас бензинчик сюда закину. Эти бутылки придется выкинуть, так как у меня сейчас места не будет. Мне он... Блин, а тут у меня еще 3 канистры есть. Не, канистры, кстати, друзья, канистры я начал теперь копить, потому что у меня... О, еще 3, 6 есть. Это мы заберем, потому что на 16 сезоне что-то бомбическое приготавливают. Я так, мне так кажется. Я, конечно, новости не любитель читать. У меня с читоводством плоховатенько очень. У меня тут есть аккумулятор, конечно, шестеренка, резинки, ну так, детали, штаны зимние. И все, больше ничего. Хотя флешку еще заберу. И будет бингом. Ладно, побежали домой, сейчас подготовимся, друзья. И побежим вместе с вами, конечно же, на стоки. Все, привез я полностью все домой. Это все барахло, друзья, знаете куда? Конечно, вы знаете, куда мне это все барахло. Вот сюда. Эти сундуки у меня все полные, 4. Это для рейдеров я готовлю. Пускай они у меня тут воруют, грабят. Все, что хотят, то забирают. Зато они приходят, грабят, и у нас получается еще один рейд. Что у нас там с бронькой? Хотя можно, смотрите, все вот это выкинуть. Сейчас, конечно же, я разгружаться буду. Это очень муторное занятие. Мне даже самому не нравится. Но разгрузиться придется. Очень много рулей, очень много всякого барахла у меня дома. Надо как-то это все разбирать. Я понемножку разбираю, потихоньку, не торопясь, конечно. Аккумуляторы... А куда мне аккумуляторы-то нужны? Я что-то подзабыл это, я не помню. По-моему, вездеход нам нужны аккумуляторы были, маленький. В двери попадаем мы с тобой. Я не туда прибежал. Что за беда? Что за беда? Дари-да-да-да. Что за беда? Дари-да-да-да. Да-д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 а. Мы бежим вот туда. Ё-моё, что у меня с управлением? Алло. Что у меня он так криво бегает? Что у нас тут? Карбон, ёпти-марапти. А, вон двигатели. Да, двигатели сюда еще надо 135 двигателей. Шестеренки. Сюда еще очень всякого много. Вот аккумуляторы куда. Угу. Аккумуляторы, баллоны, фильтры. Что еще там? По-моему, трансмиссия вездехода. Ну, трансмиссию вездехода, кстати, она у меня, по-моему, есть на почте. Друзья, давайте заодно ее сейчас снимем. По-моему, прочие, да, в прочие она находится, эта трансмиссия. Нет, нифига не впрочем, ящики, расходники, запчасти, скорее всего. Ну-ка, 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 тритатурички. Вот она у меня есть, эта запчасть, конечно. Фильтры, ну это я потихонечку так буду закидывать. Не все сразу, конечно, вбухать. Все сразу, если вбухать, можно все сразу и проференить. А этого мне не надо. Мне нужно 200 стальных пластин. О, а я еще дом только строю. Да, вездеход, с тобой мне так тяжко. Это пипец. Это полный пипец. Так, ладно, не будем зацикливаться. Я немножко мимо уже пробежал.
Это вот сюда закинем тогда. Это мы сюда. Ой, как это муторно все. Это сюда, это туда, это туда, это сюда. Кстати, друзья, чтобы рейд у меня произошел, точнее, прошел, мне надо выполнить задание. Но задание там такое страшненькое. Это сюда, это надо... Блин, я запутался немножко, когда я балакаю, я путаюсь сразу. Ну, смотрите, что можно выбить из двигателя. Из двигателя можно А, стальную пластину, но это 5%, это максимум 5%. Это я, по-моему, разобрал... Нет, но я получал уже пластину, я не знаю, со скольки двигателей, по-моему, с десятка, может, даже с 15 двигателей, можно получить, конечно, какой-то шанс получить. Но я получил, да, один раз только. Этих двигателей вам, друзья, очень много надо, так что собирайте двигатели. Особенно вам пригодятся вот эти, часть двигателя. Они вообще везде нужны. Ну и выпадают также алюминьки, конечно же. Давайте сейчас бегаем. Сейчас мы побежим с вами вместе в стоки. Зачистим их. Ну и постараемся, конечно же, выжить. Эмочек у меня дофига. Очень много стало. Даже в скором времени мы с вами сбегаем, наверное, в бункер Браво. Потому что бункер Браво я уже давным-давно намечался туда сбегать. Ну, не все, никак не решусь. Я посмотрел видосики, как надо проходить примерно. А там жестко, друзья. Нифига себе, там огнестрел нужен на стабильность. Очень сильно на стабильность надо. Ладно, давайте пособираем эмочки. У меня тут эмок много должно быть. Глоки я, конечно, скидываю. Подожди, товарищ мой родной. Ты возьми меня с собой. Я буду... птичкой, если захочешь. Тын-тырин-тытым, 16. Так, я тебя возьму, тебя возьму, тебя возьму. Я не знаю, друзья, скорее всего... Ну, блин, штуки... Штуки, штуки, куки, муки, фуки, туки, дуки, суки. Ой! Вай, я матюгнулся! А слово «ука» — это вообще-то русский... Ну, какое-то там, нафиг, литературное слово, короче. Это не мат. Я извиняюсь, конечно, за это. Больше такого не повторится. Прочность с этим барабаном у нас нормально. А вот с это... Нет, мне надо вот это. Мне нужна стабильность. Извини, маленький. Мы берем только на стабильность. Что у нас здесь? Мы берем только на стабильность. Так, эмочка готова. Вторая... Ой, третья эмочка у нас. Сейчас вот так вот закинем. Это где у нас? Скорость. Ничего себе! С первой модификацией вот этим прицелом, посмотрите, скорость стрельбы чуть не до максимума, а с предпоследним, да ну нафиг. Вот так вот мы сделаем. Да, конечно, заменить. Это балалейла какая-то там добавлена была. Ну вот опять эта балалейла у нас и стоит. Заменить. Не надо мне этой балалейлы. Что у нас здесь? Здесь глушак. Подождите. Эмка с глушаками мне пригодится в другом деле. Я зря ее взял с собой. Есть у нас еще и эмочка. Так, это не то, я не буду брать. Эту я не буду брать, эту я возьму с собой. Мы пойдем с тобой сражаться с этими демонами. Что у нас тут такого? Это мы берем, это заменяем, это очень хорошо. И последняя эмочка. А, тут ничего не надо менять. Эмочка у меня уже готова. Кстати, друзья, смотрите, для винчестера... Я еще одну вещь доделал. Ха-ха, это улучшенная коробка. Видите, я ее сегодня не как бы доделал. Мне там надо было 3 масла растительного. Оружейного масла. Вот. И вот мне осталось только вот тут запчасти, оружейные запчасти и 4 пластиновых слитка. Ой, стали. И все, и у меня будет винчестер не топовый, но будет уже. Так что ожидайте, с винчестером мы скоро с вами пойдем его тестировать. Что я еще бы с собой взял? А, нам нужны бутылки, нам нужна вода. Так, также нам нужна еда. Чтобы взять-то, наверное, возьмем банки. Если что, банки можно будет повыкидывать. Ну и также надо взять какое-то оружие ближнего боя, потому что нам нужно стоки зачищать. И у меня, кстати, друзья, хорошие новости по стокам. Очень хорошие новости.
Я выкачал все-таки всю ту жидкость, которая там была. Да, я сделал все, что там мне бы пригодилось. Тин-тирин-тирин-тин-тин-тин-тин. Я ищу оружие ближнего боя, но что-то я толком не могу найти нифига. А где у меня оружие ближнего боя? А вот. Аптечки я возьму с собой. Не знаю, сколько брать, хоть бы только там это не отъехать. Вон тут у меня эмочек. Ёпти-марапти. А есть? Нету, да, броньки? Ну, давайте тогда в эту спецвойск возьмем бронь. Пускай она у нас будет. А то что она у меня валяется, у меня столько этой брони. В бункере Альфа. Вай, у меня ящик. А, ящик целый, полностью целый. Это военный ящик. Как это? Брони. Запутался. Вот. И целый ящик вот этого спецвойск. Вы представляете, это столько брони. Надо это всю бронь как-то будет вывести потом домой. Где у меня оружие ближнего боя там? Или у меня что, тю-тю, ля-ля, нету больше, что ли, вы хотите сказать? Ну, есть одна труба. И чё? Эй, товарищи, как это может быть? Я не хочу. Блин, придется разрушители тратить. Я не очень хочу, друзья, это тратить. Давайте тогда сейчас скрафтим, наверное, уж трубы. Где у нас тут трубы? Вот они у нас есть. Ну, штучки две, наверное, скрафтим. Не знаю, нам, наверное, хватит этого. Больше не будем брать. Одна есть, еще две скрафтим. На стоке. На первый этаж хватит ведь. Что нам нужны? Также нужны болты. Да я знаю, маленький, что ты жрать хочешь. Подожди немножко, не скиснешь, я знаю. Дайте мне один десяток болтов, разделим. О, чики-пуки. Двадцать. 20 надо слиточков. Слиточки у нас тут нету, да? А здесь есть слиточки? Давай, шевелись быстрее. Где у нас слиточки есть у вас, да? Дайте нам слиточки. Так. И, по-моему, мне надо вот это еще. По-моему, я забыл. Да. Две делаем трубы. Остатки скидываем. Ну, я как бы готов. Жалко будет, если это все вкакать. Это будет очень жалко, друзья. Ладно, давайте сейчас немного похаваем, моем попец и пойдем, конечно же, сражаться с этими демонами. Вау! Знаете что? Я чуть не забыл. Я делаю не свинец, конечно же, я делаю, как он называется, цемент. Во! И для цемента мне очень надо много ресурсов. Ну, воды, по-моему, у меня там вода есть или нет? А где камушек? Алло! Вот камушек. Вот мой маленький камень. Камень. Воды дайте нам, пожалуйста. Двадцатника нам хватит. Там, по-моему, есть у меня немножко воды. Ох-ох-ох-ох-ой. Пойдемте запенься с моим папиром. Засол и выс. А у меня одна беда, то что я бутылки не хочу вкакивать. Правда, бутылки очень жалко. Зобка намыта. Да, вода не оттуда вылилась. Это очень плохо. Все, я готов. Поехали. Нет, наверное, скорее всего, я не поеду. Не буду на что переездить. Бензин все-таки не казенный. Он у меня не резиновый, тратится всегда. Побежали пешком. Вы что, издеваетесь, что ли? Привал у дороги теперь? Да ладно! Блин, ну что мне делать-то, друзья? Придется брать чоппер тогда. А у меня полный инвентарь. Ну, ёпти-марапти. Ну, как так-то? Я собрался на другое дело. А тут бах, еще и привал у дороги прикопался. Ладно, давайте возьмем тогда бутылки. Там, по-моему, у меня есть чоппер и бутылочки. Сейчас доберем полностью еще бутылок. О, у меня катана есть. А теперь ни хера не возьму. Да, понятно, ясно, круто, заколебись. Вай-вай-вай-вай. Так, скидываем боксит тогда. Камушек заодно скинем. И воду. Не-не-не-не-не, это вода моя. Это не туда вода. Это вода домой. Тьфу. Короче, на цемент. Берем двадцатник бутылок. Там не двадцатник, наверное, мне надо. Там немного поменьше надо. Сейчас, друзья, подготовимся. Я даже не ожидал, нифига себе. Вы, друзья, не пропускайте, пожалуйста, эти привалы у дороги, свалочка. Ну, свалку, конечно, не все могут ездить, когда 40-й или какой там 30-й левел чоппера будет. Прокачивайте чоппер, и все будет у вас на изи. Бензин у вас будет всегда.
Ну что у нас тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Привет, товарищи, привет, маленький. Тебе надо откиснуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Как может калаш чуть не в упор стрелять и не попадать? Я не понимаю этого. Опа, опа, папари, папа. Давай, беги сюда. Да-да-да-да. Ну, вот как это может быть? Я не понимаю, друзья. Может, кто-нибудь из вас понимает? Ой, какие ботиночки все ломаные. А у тебя что есть? Ничего нету. А у тебя? Ну, ёпти марапти, а чё вы мне не даете-то нифига? Алё, валенки. Эх, валенки, валенки, где были старенькие? Что ели качку, что пили мачку? Ой, манка хотел. Хотел сказать манка. Катана, ё-моё, вот это круто. Плотную ткань, друзья, я больше не собираю, так как у меня очень много, и для нее у меня места нету. Извините, олени, вы на этот раз остаетесь живые. Красный талончик. Круто. Да, на этот раз оленям повезло. Просто повезло. В этот раз я их трогать не буду. Давайте бензин я сюда солью, потому что бутылки надо вот так вот сделать. Ну и башмачок, конечно же, домой. Побежали тогда обратно сейчас. Не буду трогать оленей. Нафиг это заморачиваться. Это их надо убивать. Это, ну нафиг. Не хочу я этого делать. Вот мы добрались с тобой, пойдем сейчас закинем, ой, тири, чуть не проморгал, да, надо это все забрать вообще-то для начала. Наверное, вот так вот сделаем, не знаю, влезет, это не влезет мне же все. Да и так не влезет, как бы, блин, как, что сделать, а? Ну, стак бутылок давайте скинем, потому что стак бутылок мои, ну, я с собой их возьму. Вот, а стак мы потом... Да, и стак вот сюда. Угу. Был бы здесь еще ящик, было бы круто. Вон, видите, я цемент потихонечку уже делаю. Это самое то, что мне нужно сейчас. А что тут сейчас еще нужно было? Ой, я песок... Да ладно, я песок не взял, что ли? Да ладно... Не, ну как это так? Да ну нафиг. Не может быть. Я тут вечерок посидел, знаете, так на час закину... Таймер вставляю и иду в другую игру играть. И нормально. Вон, песочек-то есть, слава богу. А то я думал, песка... Угу, а тут места нету. И что мне делать, как мне быть? Надо, наверное, что-то удалить. Боксит. Ё-моё, как же... Ой, у меня тут бутылок. Ёпти-марапти, а я еще принес. Ну да, это, конечно, нехорошо и неплохо. Столько барахла здесь, а... Конечно, иметь. Это очень хорошо. Тут недавно обрадовался, смотрите. Нос корабля торчит. Я думаю, уа, что-то добавили. Потом вспомнил, что здесь стоит корабль. Я что-то не, я не замечал, правда, его. Вон здесь спуск. Здесь есть... Блум, колокол. Я забыл про него и мимо него бегал, а тут... Уа, так глупо сам себя повел. Ну, часик ставите, и он перерабатывается. Можно во что-нибудь другое даже поиграть. Не, я не буду ни во что играть. Мне бы калаш бы закончился бы поскорее. То тут на 2-3 выстрела и все. Давайте тогда сейчас я скидываю все. Чоппер. Боксит я скину. Ну и камушек заодно тоже скинем сюда. Вода, еда, все взяли. У меня все есть. Я готов. Побежали, маленький. Тогда сейчас с тобой в стоке. Сначала стоки зачищаем. Ну, там, по ходу дела, мы все сделаем тогда сейчас. Привет, товарищ. Что у тебя тут? 25%, да? Блин, ну, у меня стекло закончилось. У меня стекла даже дома нету. Стекло я вот здесь фармлю и туда закидываю. Также кварц. Да, я стал переплавлять кварц. У меня очень много дома кварцу, но очень мало угля. Я забыл печки пере... Ладно. Я забыл печки закинуть. В печках у меня очень много барахла всякого. Давайте калаш тогда истратим. Ну-ка, кто выходит у нас оттуда? Ты кто? О, на тебе сейчас я калаш тогда и истрачу. Вот так вот, на. Все, вырубаем. Мы вас вырубаем-то. Это будет круто-то. Давайте здесь мы трубами будем пользоваться. Иди сюда, пузырек. Эй, пузырек с гармошкой, поиграй немножко. Один раз получилось, что я за вот этим углом, за трубой спрятался. Он меня не мог попасть, а я выбегаю чуть-чуть и вырубаю его вот так вот. О, нормально.
Круто. Да ё-моё, как так-то? Я кувалду не модифицировал. Это, конечно, плохо, что кувалду не модифицировал. Давайте возьмем тогда. Тихо. Тихо, тихо. Тихо в лесу, только не спят дрозды. Как мне это уже уколебала фишка. Эти-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Трали-вали. Мы жирных убивали. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Так, ставим сюда трубу тогда. Ну, побежали сейчас. Вот здесь должен выползти. А, здесь девушка. Выползай, солнышко. Выползайте, точнее, солнышко. Ох-ох-ох-ох-ой. Ну, давай. Молодец. Кто тут? Ой, толстенький. Ну, с толстым, конечно, я трубой буду разбираться. Давай, прыгай, маленький. Прыгай, 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 прыгай. Алло. Ты чё так? А чё? А в смысле он ни разу не прыгнул? И одну веревку дает. На кой черт мне ваша веревка? Вздернуться только с этой веревочкой. И коробка. Ну, блин, давайте коробки будем деревянные собирать. Друзья, я пока что никуда не хожу. Эти коробки посылки не отправляю, так как у меня и так-то мало места еще посылка отправлять. Это очень тяжко. Надо было, знаете, что взять? Мне надо было простые эти взять, аптечки. Да ёпти-марап, что за беда-то? Я, главное, ставлю, он снимается. Я ставлю, он снимается. О, у нас верхушка-то открыта-то одна. Привет, толстый. Хошь кувалдой. Держи. Ой, как ты это неловко сделал-то. Как неаккуратненько-то. Все, отдыхай, отдыхай, маленький. Да отдыхай, говорю тебе. Кто там выползает? Девушка. Да что вы мне одно говно даете? Где прокладки? Алло, ты, баба, дай мне прокладку. Ты, овца, прокладку дай. Вон, видите, все здесь. А, лепота, теперь можно хоть здесь окупаться. Правда, что я тут такое наговорил, сам не понял. Ладно, открываем. А, ну тут это беда, это все жопа, это фигня. Вырубаем каждого. Давай, 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 давай. Вот так вот, опа. И все, и остается у нас толстовопик. Конечно же, надо, друзья, все забирать, все, что здесь есть в этих стоках. Мне интересно, а вы вот ходите, фармитесь в этих стоках? О, прокладку дали. Первый раз. Первый раз, как первый класс. Сейчас поднимемся наверх. Ух, как меня, ох, будоражит этот верх. Давайте вот так вот сделаем. Вот это мы, наверное, все скинем. Вот это скинем, вот это скинем. Если что, за этим я потом вернусь обратно. Берем эмочку. Берем вторую эмочку. Все, бинго. Поехали. Первый раз, первый класс. Мы поднимаемся вместе с вами. А вот мне интересно, вот сейчас толстый, он откатится в другое место или нет, который там дохлый внизу остался. Вай, ну и что тут? Ох ты! Кокон. Вы что, издеваетесь, что ли? На этот кокон надо огнестрел тратить. Ну ладно. Мне как бы не жалко огнестрела, конечно. Это первый раз, что я сюда вообще поднимаюсь. Минус одна эмочка. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Гадость, 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 гадость. Это полная та гадость. Фу, блин. Привет, девушка моей мечты. Ты меня-то увези. Ты встаешь? Наверное, зря я на них трачу эмки. О, еще одна прокладочка. Тут кто? Дверь заклинила. А тут? Дверь заклинила. Ёпти-марапти. О, я вижу первый сундук, друзья. Кокон. Смерть кокону. Фу, бля. Ха, у меня таких жидкостей очень-очень сильно будоражит. И я могу блобануть. Ой, маленькие, вы выползать. Нет, друзья, скорее всего, сюда М-ка. Блин, я просто трачу огнестрел. Но это первый вылаз. Первый раз вылез, точнее, залез, бля, хомуха, запипютался весь. И чё тут? Уа, спасибо. Такие это мне нравятся, резиновые, конечно же, детали. Это все забираем. Фу, блин. Фу. Друзья, правда, меня немножко будоражит. Скверный обжора? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон-вон-вон-вон-вон. Ва, смотрите тут, как аккуратненько можно их вырубать. В смысле? А ты по сколько? По четырех?
Да ёпть в мамарабке. По 4 хп всего снимаешь у меня? Эду! Ё-моё, я застрял в этих дверях и чуть не откись. Привет, дружище, пошёл нафиг. Он мне, давай, пока. Чищи, 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 бока. Стопы, хорош, всё, прекрати. Ну да, и дал он мне полное говно. Вау, вот это да, тут комнатки есть такие. А я думаю, что на карте есть тут дверь, а я ее не вижу. Теперь я ее тут вижу. Что у нас тут в дальнейшем? Берем эмочку и поехали, друзьяшки. Вау, что у вас тут так много? Эй, матросы. Поматросил и бросил. Ну да. Есть такие у нас граждане Российской Федерации. Да и во всем мире это есть, конечно же. Давайте забираем вот эти стеклышки. Стекла нам пригодятся. Что-то я еще слышу. Вы слышите это бульканье, да? Вы тоже, наверное, слышите? Надеюсь, каждый из вас это слышит. И мне так кажется, что здесь кто-то есть. Привет, товарищ. Ой, я дверь там проворонил. Смотрите. А, или я там не был. Или там дверь. Я что-то профунякал. Сейчас просто бегаем туда еще раз. Я, блин, нифига себе. Я сам себя даже офигеваю, что я сюда поподнимался. Да, открываем ворота и... Тут кто-то где-то булькает, но я не могу понять, кто где булькает. Правда не могу понять, кто там стоит. Вот это кто? Скверный обжора. Ну как бы скверный обжора, это не беда. Он пока замах делал, я его убил уже. И у нас топовый сундучок стоит. Привет, товарищ. А ты чё вышел? Упс. Давай второй. Упс. Все, отдыхайте, маленькие. Да, и здесь у нас идет уже выход. Мы круг сделали. Сейчас мы убьем. Там еще одна комната есть, которую я не открывал. Сейчас бегаем вместе с вами. Вау, нифига себе. Круто. Вот это да. Не зря, короче, я сюда пришел. Но есть одна маленькая такая беда. Вообще маленькая беда. Хотя нет, нету. Нету. Все нормально. Все чики-пуки. Все чики-пуки. Тебя еще нету. Да, ну ладно. Открываем эту воротину. И что у нас там? Ой-ой-ой. Это что такое? Паразиты? Фу, как они меня... бесят эти паразитки. Или паразиты. Вырубаем тогда еще одного кокона. И там, смотрите, еще есть один сундук. Фу. Ну давай, где там паразит? Опа, минус один паразит и... Минус четвертый паразит. И здесь есть какая-то сумочка. Не сумочка, а сундук. И что там такого интересного-то? Блин, друзья, у меня нету места, чтобы забрать еще вот этот... Ну, придется прокладки, простите меня, пожалуйста, у меня... А нет, подожди, товарищ городовой, подожди меня, дорогой. Сейчас я тебя заберу с собой, все будет хорошо у нас с тобой. Как складно у меня все это получается. Ну что, друзья, первая верхушечка у нас зачищена, поехали сейчас вниз. И посмотрим, откатился ли толстяк-то там, который валялся. Скорее всего, откатился. Да, толстяк откатился с места, блин. Это как-то неправильно. Почему он откатился? Давайте это все сюда сейчас кину. Вот так вот. Хоть что-то пускай здесь остается. Если что, я... Ну что, если я откачусь, ну, сдохну, короче, да? Пускай эти вещи здесь. Если... Ну, я заберу это, не переживайте. Это все нормально, все чики-пуки. Это все чики-пуки. Вон, видите? Труба починена. Полностью починил трубу. Это за один вечер вчерашний это я все сделал. Темпары, да подожди, маленькая. Не бей меня. Трубу будем мешать. Тратить трубу будем на это. Здесь сундука у нас нету. Давай, выползайте, вы. Чарапашки-ниндзя, выползайте. Первая пошла. Вторая доходит еще до меня. Здравствуй, товарищ городовой. Ой-ой-ой, толстые бегут. Толстые нападения толстых. Нападения жирных на бананчика. Надо только не проворонить. Опа, чуть не проворонякал. Давай. О, минус один есть. Ну, пока он прыгает, это бомба, правда. Пока он прыгает, это бомба. Плюс прокладочки мы забираем. Блин. В каком там? Нет, ни в каком нет.
тут нет вообще. Я думал, тут сундук есть, а тут-то нету нифига. Знаете что, давайте я поставлю эмочку, так как сейчас будет или чувак выползит. Ну, пока что чувак выползает, а иногда здесь выползает тварь. Это такая, которая еще заражает вас до кучи. Да, вот она выползает. Эмочка пошла. Фу! Иди нафиг ты, болотная тварь. Вот так вот. И заходим мы сейчас сюда. О, посмотрите, мы вместе с вами можем, знаете, чё? Громилу убить. Правильно, друзья, вы отгадали. Я бы, извиняюсь, мне бы сейчас найти бы, конечно, какой-нибудь сундук, который я уже нашел. Привет, товарищи городовые. Так что ты там бьешь? Он стенку стоит, лупит. Болотный зомби. Все, давай, теперь толстого лупи. Отдыхай, пузырек с гармошкой. Ты с Наташкой. Поиграй немножко. Сундук я нашел. Сейчас, друзья, наверх, конечно же, слазим вместе. Я там уже был. Батарейки нафиг, идите лесом. Я вас больше не собираю. У меня вас и так предостаточно. Это сюда скидываем. И у нас, по-моему, чувак хочет пить и жать. Все это делаем, все это выкидываем, удаляем. Вот так вот. Побежали сейчас наверх, друзья, поднимемся. Это, так, это, по-моему, второй подъем. И огнестрел. Вы посмотрите, какой огнестрел. Блин, он улетает. На изи улетает огнестрел. Мне жалко его, друзья. Правда, жалко. Ну, а кому не жалко сейчас в такое время? Тем более до 16 сезона нам еще... Ой, как долго ждать. Ну, начнется где-то примерно в каких числах-то? Я даже... Не, в числах я не знаю, а вот примерно так. Ну, примерно я знаю, что он должен начаться где-то в конце июля и в начале августа. Вот где-то примерно вот в этих числах. Ё-моё, вот эта встреча была. Мне очень понравилась эта встреча. А может даже наоборот, вообще не понравилась. Но их очень много здесь было. Отхиливаемся давайте немножко. Бронька у меня, конечно, на той паре. Я вот это... А подождите, стопы, а почему? Недостаточно энергии. Ага. А я тут не был. Я правда здесь не был. А чё так много народу-то здесь? Нифига себе. Не, я тут еще не был. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте открываем это. Это что такое? Кислотный чувак здесь. Ой, или ядовитый. Где я там застрял? Вай. О, спасибо. Спасибо, пожалуйста, конечно. Сам себе спасибо говорю, сам себе пожалуйста говорю. Ой, у меня последняя эмочка. Придется, если что, друзья, достать, конечно же, эмочку. Ну, или, может, там, что-нибудь посильнее с почты. Там, сейчас посмотрим. Подожди, там еще одна дверь есть. Хотя, не пойду я в ту дверь, пошли вот в эту дверь. Ёпти-марапти, чё вас тут так много, товарищи? Куда я там стреляю-то? Война дикарей. У меня война дикарей. Все крестики я убираю с этой карты, мини-карты надо убирать, потому что, ну, как-то они меня не очень нравятся. О, дубинка, о, стекло. Ой, не-не-не, подожди, веревочку надо выкинуть. Чё, нифига себе, чуть прокладочки свои не выкинул. Не, прокладочки я люблю. Привет, ребята. Ёпти-марапти, ты чё, харка? Ша. А в смысле тут двигатель стоит? А на кой черт тут двигатели? Чё? А, сейчас понял. Сейчас. Да, ри-та-тай, та-та-тушечки, три-та-тушечки, три-та-тай. Ё-моё. Двигатель загудел, я аж напугался. В смысле? А, все, да, он теперь будет так работать. Ну, ладно. Мы прошли кружочек, и смотрите, мы активировали что-то. Смотрите, какая беда. В этих дверях стоит лазер. Вы видите его, да? Если вы не видите, я зато вижу. О, у меня рубли появились. Круто. Не знаю, что происходило такое. Я просто перезашел. У меня все встало. И у меня рубли появились. Так, что мы возьмем с собой, друзья? У меня огнестрела полным-полно.
Блин, миниган брать, но это беда будет с миниганом. Хотя давайте миниганчика тогда возьмем, потратим его. И винторезика. Мне не жалко, друзья, правда, мне этого не жалко. Винторез, если что, мы поменяем вот это. Отхиливаемся полностью. Вы готовы? Я нет. Поехали. Ва, я понял, что это за беда здесь такая. Ой-ой-ой. Пошла нога. Все, что ли? Вот это я попал. Слушайте, а что-то вот до этого было. Вот здесь верхушка, я подымался. Правда, я здесь подымался. Здесь я было... Этот, громила был. Ну, два босса там было. Правда, а тут что-то вообще, что-то другое. Или эти туннели сами по себе еще могут меняться. Ой, так я тут все заберу. Вообще все заберу. Зря, конечно, я... Блин, знаете, что проблема? Знаете, в чем проблема? Да, вы не знаете, в чем проблема. У меня сейчас места не будет. Хотя нет. Я вру. Вру. Сейчас я буду врать. Есть у меня место. Есть. И... Ну, ёпти-марапти. Я думал, что-то интересненькое там, бомбическое. Синька. За синьку спасибо, конечно, большое. Синька это прогресс, конечно. Ключик надо забирать, потому что ключик нам пригодится. Но броньку старую я не могу выкинуть, так как она мне еще пригодится. Я в ней сейчас еще буду сражаться, хотя... Не, нафиг. Да ну нафиг, пошла она в зюпу. Вот так вот. Аривидерчи, оставайся здесь до конца. И у нас все. Я практически полностью зачистил наши стоки. Хм, круто. Я даже сам навеселее. Все, закопалась, конечно же. Я что-то немножко не допираю, а это какого хера тут? Она же не была открыта ведь. Или была? Нет, не была она, по-моему, открытая. Берем катанку, берем трубу. Подожди, не понял. Я немножко не доперло. Привет, ребята. Как у вас дылы? Как праздник проходит? Смертельной дозой. Давай, пока он не плюнул, давай, убивай. Флешку. Ну, флешку надо забирать, так как при... Ё-моё, нифига себе, ты чё, дружище? Ты зачем меня обхаркиваешь-то? Да ёпти-марапти, ты козел! Где я там? Где я там? Да я тут. Пузырёк, будем прыгать? Давай прыжок сделаешь? Прыжок мира-то сделай! Ай, ладно. Не хотел, как хотел. Бляха-муха, вы посмотрите, сколько мне дают прокладок. Одна за одной прокладка идет. О, е. Теперь будем, друзья, конечно же, лазать по этим туннелям. По этим туннелям теперь мы будем с вами лазать. Давайте вот так вот сделаем. Пошла нога! Откатился? Нормально. Ой, жирный, ты как меня увидел-то? Ну ладно, пофиг. Миниган делает свое дело. Миниган вообще шурует только в лед. Давайте открываем тогда эти ворота. Я не знаю, кто сейчас там будет. Вот так вот, опа. Миниганчик берем. И давайте сейчас посмотрим. Ай, тут. Вот берсерк, да, он очень больно бьет, кстати. Пошел в жопу с Новым Годом. Вот так вот. Ну и открываем, конечно же, еще один топовый сундук. И на этом, друзья, мы заканчиваем это видео, так как мы полностью все зачистили. Ой, подождите, трали-вали. В каком сундуке мы там все оставляли? Сейчас забрать не надо все, чтобы не потерять. Это мы забираем. Блин, да ладно. Ну нет, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте тогда так выкинем. Если что, я сюда вернусь. Забрать я это все смогу. Где у меня там в сундуке в каком-то еще вещи валяются? Очень много вещей теперь в этот раз. О, а как? А мне это не вынести все. У меня все равно места нема.
Ну что, друзья, вот это все, что я добыл, конечно же, в наших стоках. Кроме огнестрела, оружия. Сейчас я его скину. Ну и примерно покажу, что можно здесь добыть. Вот это тоже мы скидываем. И вот это все добывается в стоках. Да, нифига себе, целый стак прокладок. Это круто! Конечно, нифига себе! Смотрите, самые топовые ящики, которые здесь есть. От деревянного до максимально топового ящика. Так что, друзья, на этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, конечно же, смотрите, ставьте вид... Стоп! Привет, ребятки! А вы тут чё? Я про вас как-то проморгал вообще. Я правда про них проморгал. Ну вот на этом можно даже с вами и попрощаться. Теперь уж точно все. Все те, друзья, кто мимо проходит, не проходите мимо, дружище. Подписывайся на канал, так как у меня выходит в каждые 10 утра выходит новый видосик, конечно же. Заходи, смотри, ставь лайки. И на этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. И оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.